Китае завершились 18-е всемирные игры среди полицейских и пожарных. 5 лучших ульяновских спортсменов, работающих в полиции, вошли в состав сборной России. В родной город молодые люди вернулись триумфаторами. В их копилке 18 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых наград. Прошедшие соревнования, в которых приняло участие 78 стран, и делегация Российской Федерации составляла более 172 участников, и только 5 жители Ульяновской области вошли, достойны были чести, войти в состав сборной России, значит, которую представила наша страна на всемирных играх полицейских. Медалистов лично поздравил губернатор Сергей Морозов и главный федеральный инспектор по Ульяновской области Сергей Валенков. За высокие достижения глава региона вручил призерам игр ценные подарки. Не скрою, мы вместе с руководством управления, вместе, я думаю, со всеми коллективами и вашим, и правительством, да и жителями Ульяновской области, переживали. Наиболее упорная борьба у ульяновских спортсменов сложилась в легкой атлетике и плавании. Старший лейтенант полиции Наталья Перекова и вовсе установила 3 мировых рекорда игр – в беге на 100, 200 и 400 метров. В забеге на 100 метров она преодолела дистанцию за 12,84 секунды. Всего же полицейские и спасатели из России завоевали 178 медалей. Анна Тищенко, новости Ульправда ТВ.